Побаловать себя молочной кашей с утра, да еще очень быстро в приготовлении, могут себе позволить даже те, у кого есть непереносимость лактозы, то есть непереносимость животного молока. Для приготовления такой каши возьмите кокосовое молоко. У меня кокосовое молоко в баночке. Моментальную кашу здоровица я взяла. Моментальную кашу здоровица номер один. Она состоит из цельнозерновой пшеницы перемолотой и фитокомпоненты. Здесь есть и солодка, и лист крапивы, и перемолотая мука кедровых орехов. И данная каша, она очень мягко убирает токсины, улучшает опорожнение и сама по себе очень вкусная и быстрая в приготовлении. Вы не только насытите свой организм, но и вы еще немножко подлечите, так как входящая в нее солодка увеличивает силы организма. Насыпаем в тарелочку, заливаем кокосовым молоком. Очень хорошо размешиваем. И полезная безлактозная, но молочная каша готова к завтраку.